Всем привет-привет, меня зовут Инна, и сегодня будет очень полезное видео, на мой взгляд. Я уже снимала такое видео очень давно, если найду, вставлю ссылочку внизу, и поверьте, многие продукты из того видео, которое я снимала, наверное, года три назад, я буду показывать. Продукция для уборки. Я, конечно, убираю, я не знаю, наверное, в прошлой жизни я была уборщицей, потому что для меня убирать, особенно в каких-то местах, там, на работе или куда бы я ни приехала, мне все сразу хочется перекладывать, вытирать, все это приводить в порядок. И дома, естественно, я убираю, убираю и убираю просто бесконечно. Продукция в этом видео будет для меня, понимаете, не то, что вот я купила и мне понравилось, а то, чем я пользуюсь уже настолько давно, что я не променяю это ни за что и никогда. Для меня важно очень в средствах для уборки то, чтобы убирала мгновенно, то есть если это какая-то ржавчина, чтобы это убиралось мгновенно, там, в течение минуты, если это какой-то жир, то же самое, если это почистить ванну, унитаз, раковину, то же самое, чтобы это вот просто нанес и это все стекало, то есть без трения, без скобления, без ожидания, чтобы это было все быстро, потому что я такой человек-спринтер, мне все надо быстро и эффективно. И вы знаете, когда я снимала подобное видео, вот то самое 3 года назад, мне очень много писали, попробуй и на то, 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 то. И поверьте, я перепробовала все вещи, которые вы мне советовали, но какие-то мне понравились, какие-то не понравились, например, по цене, какие-то там что-то еще где-то невозможно было найти или в несвободном доступе были. Но, тем не менее, у меня сейчас такой комплект, понимаете, вот я человек, который, если мне нужно средство для мытья стекол, я не стою полчаса над этой полкой и выбираю, я точно знаю, какое я куплю средство. И оно у меня из года в год, из раза в раз повторяется. Оно меня устраивает, я им очень довольна, и я куплю его же. Если я покупаю там средство для, от ржавчины вот такой-то, я точно знаю, что я его куплю таким же. То есть у меня нет проблем 20 банок одного и того же средства, например, там для мытья плит, и я буду думать, что же мне выбрать. Я точно знаю, что я куплю, потому что то, чем я пользуюсь, поверьте, это настолько проверенное средства, я за них просто вот ручаюсь, просто голову даю на отсечение, и поверьте, если вы ими попробуете пользоваться, они станут вашими любимчиками на всю жизнь, и у вас тоже не будет проблем, что же купить там на какой-то очередной раз. Так, разговаривать можно долго, но давайте начинать. Давайте вот с самого-самого любимого, вот сразу с изюминки, я не оставлю это напоследок, а вот сразу с изюминки. Унитазы, туалеты, раковины, умывальники, ванная комната, душевые кабины, именно вот поддоны, чем убрать вот эту вот налет, вот этот вот, вот желтоватый цвет, потеки, которые в унитазе. Девчонки, запомните, это средство Санфор в красной бутылке. Они есть в красный, зеленый, желтый, черный, их множество разнообразий в красной бутылке. Все, кому я советовала это средство, вот просто больше не видит больше ничего другого. Одну покупаете бутылку, и ванна, раковина, туалет. У вас уже вы точно знаете, чем вам обрабатывать и чем мыть. Это средство начинает работать спустя, ну, я не знаю, 3 секунды. Вы просто наносите под ободок унитаза, ну, например, я вам привожу пример, да? Идете заниматься своими делами, и потом просто смываете. То есть самую дикую ржавчину неотмываемую вот это средство удаляет без трения. Вот это действительно, вы знаете, тот случай, как в рекламе, да, нанес, и вот и оно само исчезло. Вот это вот действительно так. Только в красной бутылке. Ванную я наливаю так вот змейкой по ванной, беру просто губку обычную и просто распределяю. Просто я распределяю, я не тру, я не прилагаю никаких усилий, я просто распределяю. Куда-то на минуту, на две отлучилась, что-то там поменять, что-то там унитаз залить, и тут же душем, дождиком я это смываю. Просто вот стекает, просто желтые потеки. Девочки, это супер средство, это лучшее из лучшего, это самое крутое, это очень доступное. Оно стоит в миле 3 рубля, когда оно на скидке, без скидки может 4 рубля. Вот это самое
вот это просто, я не знаю, палочка-выручалочка, это волшебное средство, я его никогда ни на что не променяю, даже не буду ничего пробовать, это просто супер, запомните, это вот именно в красной только бутылке. Есть черный, там написано, что там вообще там бомба, не работает, в желтый там для унитаза там не работает, вот только в красной бутылке. Сейчас я вам покажу такое же средство Sanfor в зеленой бутылке. Для чего мне оно нужно? Написано 10 в одном, тоже нарисованы и туалеты, и ванны, и все-все-все, не работает. Но это средство круто вымывает искусственный камень. У меня белый умывальник на кухне из искусственного камня. Вы знаете, как он сильно красится, то есть стоит помыть там или какой-то потек ягод, или какая-то свекла или что, все, сразу закрашен этот камень, и даже вообще там после мытья посуды от бытовых каких-то дел оно желтеет, темнеет, красится. Вот это средство классно вычищает этот камень, причем точно таким же способом. Мы его просто наносим и уже видим, как вот эти полосы, где попало это средство, становятся просто белыми, просто белоснежными. Вы сейчас убедитесь сами в этом, как раз у меня грязный умывальник, вместе мы это сделаем. Ну что, давайте я вам покажу свою раковину. Я ее специально несколько дней не мыла, чтобы вам просто показать, как это работает. Видите, от горячего она трескается, и в этих трещинках у нас вся грязь, и все, и мы вот этим средством просто заливаем. Вот я просто, вот смотрите, все, секунда, посмотрите, как начинает отбеливать вот это средство. Сейчас я его распределю, вот все, сколько прошло времени, да, я его обычно вот так вот провожу хорошенько. Оно очень густое, очень концентрированное. Сейчас губкой я его распределю, видите, просто вот где стекает, остаются белые полосы, вот, везде. Очень классно оно и вот эти решеточки вымывает. Вот, посмотрите, видите, фокус. Содержит хлор, в нем нужно работать в перчатках, естественно, но оно вот для искусственного камня. И хватает этой бутылки, ну вот если только для этой цели, потому что, ну, на других средствах, оно не, на других предметах не работает. На очень-очень долго, на год, даже на два, потому что там нужна капелька, и раз в неделю, я думаю, достаточно. Поэтому вот эти два средства, особенно вот, это у меня уже на протяжении, наверное, лет 7, девочки, поверьте, все, кому я говорила на работе об этом средстве, все вот просто начали им пользоваться и больше вообще ничего не пробуют и не хотят пробовать. Так, давайте дальше пойдем именно по любимчикам. Средство Frosh, вернее, фирма Frosh, это натуральная косметика, там, так скажем, для уборки. И я на нее, вы знаете, подсела, когда я попробовала первый раз средство для удаления жира с грейпфрута. Этим средством, вот оно прям выглядит как грейпфрутовый сок, пахнет самым натуральным грейпфрутом. Натуральнейшее абсолютно средство, очень крутое, и мне оно нравится, мне нравится им мыть именно плиту. Плита вообще газовая, она отмывается любым средством для удаления жира, абсолютно любым. Но вы знаете, что есть такие химозные ароматы, что мне нужно закрывать полностью всю кухню, какие-то там яблоки, где-то что-то лежит, все закрывать, чтобы набрызгивать, чтобы вот этот не разносилось по всему и не оседало на продуктах питания. Когда я попробовала вот это средство, во-первых, содержится натуральный грейпфрутовый сок. То есть такое ощущение, что я газовую плиту просто полила вот каким-то цитрусом. Жир разъелся сразу же, убирать легко, запах шикарный, средство натуральное. Что еще нам нужно? Руки не сушат, я работаю с ним без перчаток, и я настолько полюбила это средство, тоже я его уже покупаю, наверное, в 10-20 раз, есть с грейпфрутом, есть еще с каким-то цитрусом, по-моему, с лимоном, я с грейпфрутом очень люблю, классно пахнет, очень здорово, именно для плиты. И я подсела на это, на Frosh, и покупаю также средство для мытья посуды Frosh, когда я мою посуду вручную, есть с зеленым чаем, есть тоже, по-моему, с каким-то цитрусом, меня устраивает. То есть есть средства, там те же Fairy, там тоже еще что-то, но там они более агрессивные, сушат руки, это натуральное, я вообще не парюсь, у меня закончилась одна баночка, я тут же покупаю другую, и все проблемы.
купила средство, очиститель для ванны и души, зеленый виноград. Вы знаете, что вот этот камень, да, водяной камень, вот этот налет, который образуется на плитке, на смесителе, от камня вот от этого водного, да, как он называется, там, водяной камень. И чтобы его удалить, я тоже набрызгиваю вот этим средством зеленый виноград. Тоже очень вкусно пахнет, тоже содержит натуральные соки, которые разъедают вот эти кислоты натуральных фруктов, которые разъедают этот налет. И вот видите, написано, эффективно удаляет известковое отложение с помощью натуральной виноградной кислоты. И я просто, я даже не тру, я нанесла, побыла какое-то, просто распределила. Очень классно наносится, спрей такой хороший, распыляющий. Просто распределила немножечко губочкой, то есть я не прилаживаю усилий, я не тру, я просто распределяю. И душем, дождиком смыла. Шикарное, супер средство, мне нравится вообще очень сильно, даже больше из-за того, что это действительно натуральная косметика. Косметика для уборки. И также от Фрош универсальное чистящее средство. Покупала его для мытья полов. Вообще обожала Мистер Пропер и покупала его раз за разом, но решила просто попробовать Фрош из-за того, что у Мистера Пропера просто-напросто не было в тот момент, когда я пришла за средством для мытья пола. И теперь я останавливаюсь на нем тоже на долгие-долгие годы, потому что очень, во-первых, экономичное, оно идет гелевое такое, то есть более концентрированное, более густое. Колпачок нужно, я в тазик развожу, туда же макаю тряпочку для вытирания пыли, пола, в общем, мою пол этой водой. Классно все отмывает, нету разводов, нету ничего. И самое главное, что это натуральное тоже средство. Оно содержит нейтральный pH, тоже не сушит ни руки, ни кожу. И натуральное, ну, меня устраивает вот так. Вот я вам сейчас показала средства, которые я не меняю абсолютно и не поменяю никогда. То есть раз за разом я буду покупать их же, просто обновлять. Одно закончилось, купила другое. Они меня устраивают, они работают на 100%, и мне больше ничего не нужно. Еще покажу интересную штучку от Fresh & Bubble. Это тоже натуральная косметика для уборки. Чисто паста для чистки любых поверхностей. Мне нравится эта штука. Она вот так вот выглядит, типа пасты обыкновенной. Это тоже для уборки ванной, раковины, унитаза. Она мне, конечно, нравится не настолько сильно, как вот это средство, потому что оно просто само убирает, а здесь уже нужно приложить усилия. Но когда мне нужно вот действительно просто быстренько, да, это сделать, там я, например, вижу, что ванна там заляпалась чем-то, или раковина, да, там мыльные какие-то разводы, все, я просто губочкой аккуратненько прохожу, очень долгоиграющее средство. Я не думаю, что я его повторю больше, но просто вот как-то я покупала Fresh & Bubble полностью серию, потому что я за натуральность продуктов, скажем так, и много чего пробовала. Это экологический продукт, он на 99,8% натурален, мне нравится, что он не сушит руки, мне не нужно одевать перчатки, ну, то есть иногда пользуюсь, и мне нравится, что это такая долгоиграющая вещь. Сейчас покажу вам одну вещь, абсолютно не натуральную, то есть там нужно мало того, что в перчатках работать, еще и работать специальной кисточкой, которая прилагается к этому средству, еще и потом все это удалять и обрабатывать уксусной водой, то есть это абсолютно не натуральное средство. Мне его как-то посоветовала подписчица или клиентка, я уже не помню, средство от Amway, я искала дистрибьютора Amway, в общем, средство для чистки духовок. Когда, вот смотрите, вот такие вот сильно-сильно загрязненные решетки, духовка такая прям, знаете, вот уже нагар вот этот и жир, он уже просто не отдирается. Вот это средство приходит на помощь, наносится, оно такое как густое, как какая-то сыворотка, что-то такое типа на кефир похоже. Его нужно наливать колпачок, там дозировка специальная, потом вот этой кисточкой жесткой распределять по этому средству, оставлять и только потом смываем. Вы знаете, оно, конечно, есть такие сковородки, вот иногда, знаете, на обратной стороне, да, вот куда огонь у нас греет. Уже такие есть места, прям черные, да, то есть они не удалятся полностью, но тем не менее с большего процентов на 70 они удаляются.
И этим средством я действительно чищу духовку, потому что, вернее, не духовку, микроволновку, потому что бывает, что что-то там пригорело, что-то вылилось, и это стоит день за днем, и когда я делаю такую уборку на кухне тщательную, то вот этим средством я вот именно такие жесткие какие-то, то есть вот эти вот нагары, вот этой штукой классно мыть вот эти вот решетки для гриля, для шашлыков, вот эти вот решеточки, да, которые, то есть мы наносим, и просто вот эта грязь, она прям тянется, вот, то есть кисточкой мы потом прям ее стягиваем. Ну, такая вещь интересная, конечно, я не знаю, повторила бы я ее или нет, но она очень у меня долго, она экономичная, я не знаю, на все там 1000000%, она у меня, наверное, уже 3 года, и ее нужно чуть-чуть, и только вот по таким экстренным случаям, ну, понятно, что у нас не каждую неделю такой случай, что прям там висят вот эти вот сопли, да, жирные, которые нужно там как-то убирать. Это очень, конечно, редко, нужно какую-то сковородку там реанимировать, там где-то что-то, вот это вот средство у меня есть. Покажу вам сейчас средство для чистки мытья стекол и зеркал. Это Faberlic. Вот люблю, мне нравится. Классное средство. Я им даже мою, я уже как-то говорила в Инстаграме или где, плиту газовую. То есть сначала я ее мою от жира, а потом, чтобы натереть до блеска вот зеркальную эту поверхность, я просто брызгаю вот этим средством для стекол и зеркал. Также я поступаю и с духовкой, и с микроволновкой, где вот зеркальная у меня поверхность, я пользуюсь вот этим средством. Мне оно нравится, оно, по-моему, не содержит спирта. Так, вода изопропан, краситель. Ну, вы знаете, состав химозный такой, но для мытья окон, стекол, зеркал меня оно устраивает. И тоже я не парюсь абсолютно, что мне купить. Если мне надо, сразу заказываю его и все. Еще там, конечно, в Faberlic очень много всех этих прибамбасов для мытья, для уборки. Вот все, что я там перепробовала абсолютно все. От стирального порошка до карандашей вот этих вот. Еще мне нравится карандаш. Он уже просто у меня такой, что его не покажешь. Такой, знаете, стик, которым натираешь какое-то там пятно, где-то что-то. Вот оно тоже суперское, любое пятно удаляет. Вот мне нравится этот стик и вот это вот средство. Больше мне Faberlic, ну, так, чтобы прям запало-запало, нету ничего. Ну, убирает, ну, так-сяк, ну, встречала и лучше. Но вот это покупала и покупаю раз за разом. Вы знаете, а мы практически подходим к концу. Вот это такой стандартный набор, который вот буквально 2, 4, 6, 8 бутылочек, вот и все. Хотя на самом деле у меня сейчас еще порядка 8 бутылочек разных фирм. Нам родственник один из России привозил такую бутылок, наверное, 6, там тоже и антижир, и антиналет. Не то, вообще не то. Единственное, когда у меня уже что-то заканчивается, то я уже начинаю пользоваться тем, просто чтобы добить. Но вот этот вот мой просто стандартный вот наборчик, не про меня ни на что. Ну и покажу вам такие гаджеты, как, например, меланиновые губки. Это вообще супер штука, это просто находка. Когда-то я их попробовала, 2 штучки в каком-то магазине покупала, по-моему, в фикс-прайсе. Ну, это шикардос. Ее просто мочишь под водой, и любую просто грязь она смывает. Я ими люблю мыть именно свою белую кухню, то есть помыл, губочку выбросил, все, не надо ни смывать, ни чем-то пенить, ни каким-то средством. То есть просто меланиновая губка, которая убирает любое загрязнение. Потом я на AliExpress заказала их 100 штук и пользуюсь с удовольствием им уже, наверное, 2 или 3 года. У меня огромный пакет, он лежит на холодильнике, мне нужно. Они такие одноразовые, потому что они рассыпаются во время уборки. Я намочила, у меня бытовая техника вся белая, то есть и губочка этой прошлась, все сразу вымывается. Потом просто сухим полотенцем, потому что вот эти водяные разводы остаются, просто вытираю. То есть я не домываю, а просто вытираю. И всю ее губку выбрасываю. Ну, это просто шикарная находка. Я ими мыла и швы на плитке на полу. У меня белые швы, и я мою их раз в год, потому что это такое дело трудоемкое. Тоже использую их в этом деле. Ну, просто это незаменимая вещь, и она была у меня и будет тоже постоянно, тоже буду заказывать, и вам советую тоже на Али заказать 100 штук, и вы просто будете счастливы. Покажу еще вот такую вот губку, она уже такая у меня не в очень хорошем виде, это впитывающая губка от Faberlic тоже, она сейчас сухая, она просто
как кирпич. А на самом деле, когда она размокает, у нее есть свойство впитывать в 10 раз больше жидкости, чем она сама. Очень удобно при разморозке холодильников. То есть вода это стекает, то есть чтобы это не тряпкой все возюкать, а просто ложишь губочку, она впитывает воду, выжимаешь, ложишь, выжимаешь. И, то есть, и причем еще, когда она впитывает воду, ты ее спокойно несешь там до умывальника, чтобы отжать, вода не капает, не растекается. Я ею вытираю ванную. То есть когда я уже сделала все манипуляции, ванна, туалет, ванна, унитаз, раковина, все дождиком обдала, все сполоснула, и я вот этой губочкой сухо-насухо просто эти капельки удаляю, и все шикарно, просто шикарная вещь. Ее она очень долго хватает, она мне, по-моему, первая служила года 4, вот это уже вторая тоже, но она просто вид теряет, но функцию свою она не теряет. Во время уборки, когда у меня набирается в тазик вода, я просто бросаю эту губку туда, она размокает и продолжаю ее убирать. Класснющая штука, очень советую приобрести. Ну и мое открытие, которое я приобрела совершенно недавно, это вискозные салфетки. Вы подумаете, что, конечно, открытие такое, знаете, его бы уже давно пора было открыть. Как-то мне казалось просто, что вискозные эти салфетки гораздо тоньше. Может быть, они в каком-то бренде, в какой-то фирме и тоньше, но они я купила для того, чтобы делать одноразовые маски на лицо, и я просто удивилась, насколько шикарное качество этих салфеток. Они меня сейчас спасают просто абсолютно везде. Настолько удобно ими пользоваться. Ты просто отрываешь одну салфеточку, набрызгиваешь его или антисептиком, или стекло помыть тебе. Не надо какую-то отдельную тряпочку искать, потом ее мыть. Или я вытираю пыль на своем туалетном столике, да, где у меня очень много косметики. Я просто под водой. Или когда я мою пол вот с этим средством, развожу его в тазике, тоже макаю туда эту салфетку и просто вытираю пыль по всем поверхностям. Классная, удобная. Мне даже казалось раньше, что она какая-то, знаете, вискоза. Я думала, она вот такая противная для рук будет, неприятная. Она как хлопочек. Ну, я не знаю, но мне так понравилось пользоваться этими салфетками. Конечно, они теперь у нас в обиходе постоянно. Они мне очень нравятся. На кухне где-то что-то вытирать, где-то что-то сухо-насухо вытирать. Она хорошо впитывает. Ну, то есть, вот прям такое открытие для меня. Мне очень понравились. Ну, девчонки, вот и все. Пользуйтесь, пожалуйста, моими советами, моими средствами, потому что, поверьте, в уборке, наверное, я знаю толк, и мне нужно, чтобы действительно было быстро, качественно и чтобы именно эффективно, чтобы работало. Ну, я, наверное, знаете, скажу вам еще, чем я стираю вещи, потому что на данный момент у меня просто закончилось это средство, я его не могу показать, но я скажу и скажу, почему я этим средством стираю вещи, тоже где-то порядка года назад, может быть, даже больше. Я не помню, как называлась передача, помните, по НТВ, по-моему, или по ОНТ с утра шла по выходным передача, где тестировали много средств, например, сегодня там зубные пасты. Ой, как же называлось, что-то дозор, не дозор, я не помню. И в один из... То еду там какую-то пробуют, например, там горошек. А была программа, где тестировали порошки стиральные. И там поставили много порошков, там лоск, ариэль, тайд, какой-то дешевый, там супер персил, дорогущие. И пробовали стирать этими порошками, что отстирывало, что не отстирывало. Потом сдавали в лабораторию, проверяли на химический состав, на активные ингредиенты. И что бы вы думали, выиграл этот конкурс стиральный порошок лоск, причем тот, который жидкий. И с того момента я стала покупать жидкий стиральный порошок лоск и покупаю его уже больше года. Я не помню, когда шла эта передача. Девочки, вот такая штука. Вот просто я покупаю его и все. Если он есть, я покупаю его. Если его нету, я покупаю обычно подушечки. Но в той передаче еще, вот понимаете, было сравнение, да, с дорогими порошками Tide, которые не отстирали, то есть там даже люди реально стирали там тряпочки, на которых было там вино налито, на которых там фломастер был нарисован, и лоск отстирал, а в тех в дорогих, в персиле, в том же Ариэле, даже он не растворился в воде, то есть и терли, и ничего не случилось. А лоск жидкий, он
мало того, что хорошо споласкивается, он не остается на одежде, но он еще, конечно, и дешевле по цене, поэтому я пользуюсь тоже им, и у меня тоже не стоит вообще вопрос, какой порошок купить. Я тупо покупаю лоск жидкий с разными ароматами, чередую, и будет вам счастье. Обязательно подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, ставьте лайки, пишите комментарии, будем общаться и дружить. Всем пока, надеюсь, что была вам полезной.